Это вы вызывали врача? У нас большая проблема. Какая? Once upon a dream. Это был всего лишь сон. Как же я испугалась. Вера! Вер! Ты не представляешь, что мне тут приснилось. Иди скорее, я тебе расскажу. И принеси мне заодно воды, пожалуйста. Вер! Ну что, ты там идешь? Вот это уже тоже не сон. Я. Что это за фата? Что это за платье? Неужели я невеста? Нет! Проваливай отсюда! Марит, что может быть? Наверное, уроки снова не сделала. Нет, мне реально плохо. У меня жутко болит голова, и я вижу перед собой какие-то галлюцинации. Какие галлюцинации? Это, короче, ты представляешь, я невеста, причем сначала белая невеста, потом черная невеста, и они меня преследуют. Ты сейчас невеста, думаешь? Ну, не сейчас, но я их перед собой вижу постоянно. Причем я белая невеста, ты черная невеста, они меня преследуют. К тебе приходит невеста? Да, пап. К тебе пришла да, невеста? Да, причем как будто это я. Не, ну ты не невеста еще. Ты еще маленькая, 12 лет. Какая же ты невеста? Понятно, но понимаешь, папе, мне плохо, честно. Ты какая-то бледноватая. Слушай, у тебя, наверное, температура. Так, я, наверное, сейчас вызову доктора. Ты не против? Нет, я хочу, потому что... Серьезно? Да, потому что я не понимаю, что... Слушай, точно, значит, тебе реально плохо. Ты же ненавидишь докторов, ты боишься их. Слушай, иди быстренько, приляг.
Отдохни, я сейчас быстро вызову врача. Все, спасибо, давай, беги. Врача. Здравствуйте, я хочу вызвать скорую на дом. Это возможно для своей дочки? Да, моей дочке 12 лет. Ее зовут Маргарита. Да, 12 лет, Маргарита. Адрес? Адрес улица Франклина, 815. Угу, да-да-да, 815. У нее болит голова, и ей визжаются невесты какие-то. Реально, она думает, что возле нее сидит невеста, и очень плохо. Она просто не в себе. Пожалуйста, можете как можно скорее вызвать доктора по скорой? Когда можно ожидать? Можно как-то побыстрее, ну хотя бы в течение получаса? Да? Вы уже выезжаете? Хорошо, я очень вас жду. Спасибо большое. Ждем. Это вы вызывали врача? Какие? Ей, она говорит, что она невеста, и что она год, и что она видит невесту, и что все вокруг невесты. Я не знаю, что мне делать, доктор. Одна надежда на вас. Я не знаю, что делать. Мы вас всех вылечим, не волнуйтесь. Точно. Да, не волнуйтесь. Пойдем, спокойно, пойдем. Спокойно. Заходите. Мне, возможно, придется сбегать в машину заходите. За своим чемоданчиком. Спокойно, спокойно. Ее зовут Маргаритка. Видите, какие плохо. Посмотрите только. Да, она в полном такая расстройстве. Бедная. Да. Доктор, я вас умоляю, пожалуйста, спасите ее. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы вернуть ее в нормальную жизнь. Не волнуйтесь, я вам сейчас все помогу. Сейчас мы температуру померяем и выпишем лекарства. Все давайте, будет хорошо. Давайте. Температура повышенная. Что же делать, доктор? У нее есть шансы. Да, вы не волнуйтесь. Главное, не волнуйтесь. Я вам помогу. Но мне нужно, чтобы вы разбудили ее. Хорошо, тихонечко. Сейчас. Маргаритка. Маргаритка. Просыпайся. Фатима Самедзаде. Я из города Баку. Мне 12 лет. Я тебя очень сильно люблю. Ты лучший видеоблогер. Эту сигну я дарю для тебя. И извини, я люблю смотреть твои видеоролики, потому что они очень интересны, очень поучительны и радостны. Извини, что я затыкаюсь. Я просто очень волнуюсь. Я не только тебе дарю вот эту сигну, я еще тебе дарю всю свою любовь. И еще я тебе дарю вот эти прекрасные цветы. Эти цветы я купила специально для тебя. Я тебя очень сильно люблю. Пожалуйста, если сможешь, передай мне привет в следующем видео. И, пожалуйста, если сможешь, я тебя очень сильно люблю.